То есть я в своей ежедневной практике сейчас, вот прям, да, сегодня, завтра, да, вот сейчас, я смею ли я вот так, точно так же молить, да, обращаться к Сламени, быть необычной, но самой сокровенной, чтобы входить в... Понял. Либо это будет у нас, знаешь, в конце, вот последний, да, наш выход, и, да, вот, вход в Кунджи, да, вечную Лилу, да, и только тогда вот на пороге, как сейчас это Рагунатхи происходит. Понял. Рада Говинда is addressing to all devotees here. He has a question. As a small Manjari, he has a question. Can I do this type of prayer? Means I want to be not ordinary maid servant, any ordinary servant, but one who can enter into the solitary kunja unhindered to perform the most intimate service. Can I do such prayer if I'm not mature? Or it's this type of prayer waiting me when my love become more mature? Can I pray? Unfortunately, Srila Gurudev has disappeared here. Couldn't see him. And he's asking all devotees, maybe someone can answer this. Дорогие вайшнавы, у вас не у кого, может быть, какой-то есть версии? А? Гаура Прия, давно тебя не видели, не слышали, да. Мадхурика, может быть, то-то Гопина, то-то. Анантушка. Как ты вот, как ты мне, как сопливой, ответишь? Maybe someone will answer Ananta ours. Я могу попытаться ответить. Давай, так давай, Рады. Твой опыт, твои ощущения. Рады. На пути Рагануга Бхакти самое главное – это жажда. Непонятие достоин, недостоин. Шугурдев много раз говорил, наше достоинство в том, что мы неквалифицированы. То есть наша квалификация в нашей бесквалификации. Главное – это жажда. Когда преданный слушает, читает книги на полной жажде, особенно вот эту Вилапакуса Манджали, общается с вайшнавами, раси вайшнавами, таким как Шугурдев наш или Винод Бихари. Вот. Он наполняется этой жаждой быть необычной служанкой, допущенной в самое сокровенное, святая святых. Это становится естественной жаждой его сердца. Почему? Потому что в нем пробуждается его сварупа. А это желание, это настроение свойственно самой сварупе. Поэтому такие... То есть огонь в сердце Рагунатхи Дас-Госвами, Туласи Манджари, вызывает, вытягивает огонь жажды из сердца садаки. Вот что происходит. То есть это нормально, это правильно. Если такое, от такого слушания, такое желание проявляется, если такое желание проявляется, я хочу быть особой служанкой, и которая может войти в уединённую кунджу, никем не останавливаемая, без препятствий. Это так должно быть. Ну, то есть это никуда нам не денешься. Все правильно. Никуда не денешься с этого корабля, да? Лодки наших гурудевов, гурудевич, наших. Я понял, спасибо. Мне надо перевести. Давай, да. I tried to answer the question of Radha Govinda. I told on the path of Raganuga Bhakti. Only one atikara, only one qualification is lobha, means eagerness. And Alshu Gurudev taught us, he taught, our qualification is our disqualification. And when we are reading and hearing Vilapakusa Manjali, which is so much filled, contains so much intense, strong desire for Rāghunātha Dāsa Gosvāmī or Tulasi Manjari, it's naturally we are getting same. If we will have a wood and will bring a fire to the woods, it means manifest what's it called?
fire, manifest fire, we are bringing towards wood, then unmanifest fire will be pulled by this manifest fire, means this wood become also start to burn. In same way, the heart of listeners, then someone listening such crying prayers of Raghunath Goswami, how he eagerly wants this to become unique, main servants, this desire also coming. This desire belongs to Svarupa. Then by absorbed in this leos, how Tulsi Manjari, Adi Manjari, Sarun Shrimati Radhika, in Kunja, these desires, heart recognize as own eternity. Oh, this is mine. I want it. I want this, the taste of this service, so sweet for me, so needed for me. I also want to be. This is normal. It is this symptom of proper process, but process is going, process of sadhana going on in proper way. Rade, rade. Rade, rade. Да, да, изумительно. Спасибо, Радачаран. Я бы хотел вот Гаураприю. Нет, она не подключится. Гаураприя наша. Вот ее взгляд на эту. Как она молится? Матхурика, может быть, у тебя есть. А? Не будешь откровенней с нами? Ну, то есть ты самый сокровенный молишься, ну, в таком настроении, чтобы быть вот необычной, входить в кунжи. Либо это вот до конца жизни где-нибудь это должно стрельнуть, или в конце. Как твое мнение, Рады-Рады? Пытаемся понять чувство Туласи. А Туласи буквально во всех своих молитвах Лапкуса Манджали говорит, что я не хочу быть твоим занятным служанкой, я хочу быть твоим первым служанкой. Это определенная стадия, правда. Ну, конечно. Конечно, нельзя бы этого не хотеть. Да, говори по-русски, да что ты? Рады, рады. Прямо Мадхури, я часть плохо расслышал, голос был слабо слышен, прямо у меня в наушниках. Может, ты сама тогда переведешь английский? Да, радость. Давай. Не, ну, у меня плохо с этим. Тогда мне надо еще раз услышать. Я сказала, что мы стараемся понять чувство Туласи. А Туласи почти все молитвы ее Лапкуса Манджали пропитаны этим настроением. Она просит стать. Она просит Радыку, я не хочу быть твоей незаметной служанкой, я хочу быть твоей признанной служанкой. Поэтому нельзя не хотеть этого, мы, конечно, тоже все к этому стремимся. Premadhuri is telling what all prayers in the Lapkus Manjali prayers of Tulsi Manjari have this mood. I don't want to be ordinary maid servant. I want to be special or marked made servant. Да. Спасибо, Мадхурика, да. Я понял. Я подпишусь под твоими словами. Я тоже, да. Мы вчера были на классе еще на японском. Uh-huh. И, опять же, подняли вопрос, в чем разница между Кинкари и Манджари. Так вот, Манджари, их нужно просить. То есть им нужно давать какие-то указания. Но Кинкари, uh-huh. они знают и так. Они знают без слов, без просьб. Они понимают внутри, что нужно. И мне кажется, что как раз просьба и молитва, вот это хотение, короче, быть признанной служанкой, это и есть быть наделенной способностью понимать без слов, знать, что тебе нужно. Знать сердце пламени, да? Yesterday in Japanese Zoom,
this subject came, what's the difference between Manjari and Kinkari? Manjari needed of instructions of Saki or senior Manjari to do service. But Kinkari, no need of instructions. They know of the heart of Srimati Radhika, they know what to do right now. Ну, я от себя, давайте я тоже это, мне какая-то версия все равно была на ответ, да, Куль Гурудев. Очень хотелось услышать его, конечно, его опыт, его, да, но я, да, вот сколько на основе, вот, да, опять же, погружений, вот, откровений Анантадас Бабаджи, да, то есть его вот по этому поводу. Да, то есть Анантадас Бабаджи говорит, что Рагунатха нам, для нас, для садок, да, он понятно, что как вечный, но он дает ориентир, что мы должны стремиться, да, стремиться, идти по его стопам, это значит развить такую жажду. А Рада Чаранка добавила, что ты, а как ты, если ты за ней будешь бежать, ты такой же и будешь, да? Такой же жаждущий, в таком же этом самом, да, и что вот Анантадас Бабаджи, да, нас призывает своими комментариями, да, что мы должны, да, вот и сметь, вот, да, как прозвучало в вопросе, да, вот так же быть сокровенной, да, быть нужной, знать сердце с вами, да, кто от этого откажется, рады. And Радхаганда is telling, I also want to say something about this, some answer. Unfortunately, we couldn't hear the answer of our Shri Gurudev, but at least I will say something from me. Srila Anandas Babaji Maharaj, in his commentary, inspired his readers for this, to be there about this greatest desirable service, to be unique, to be special master. He is giving this desire to his readers. Да, и давайте вернемся на берег Радхакунды, да, где наш Рагунатха плачет и обращается, да, он да, вдохновляет Свамини на проявление милости. Я не желаю быть необычной, но самой сокровенной твоей служанкой, чтобы бы я, да, Кинкари, чтобы я могла войти свободно и беспрепятственно в уединенную кунжу, служить тебе. В то время, глядя на меня со шьямой, ты будешь считать меня воплощением своего любовного экстаза. Тус Манджари is telling, I don't want to be any ordinary maid servant, but one who can enter into the solitary kunja unhindered to perform the most intimate service. At that time, you and Shyama will consider me to be the embodiment of your loving ecstasy. Да, здесь я хотел бы остановиться еще, да, еще одна грань, вот, да, сердце Рагунатхи, его бхавы, как кинкари, да, вот этой зрелой любви. Что, and представляете, как... I want to stop here to show one more side of this brilliant of the love of Tulsi Manjari, of Kinkari. Да, то есть в момент вот этого единения, где наша Свамини, где Рада, да, со своим Шьямой возлюбленным, да, они на ложе, они в уединении, никто не смеет туда, да, входить. И в этот момент... В этот момент Радхика и Шьяма, да, глядя на Радхику, глядя на нашу Кинкари, на Туласи Кинкари, да, а это обращается наша Туласи, она говорит, в это время я хочу быть такой, чтобы ты считала, глядя на меня своим любимым, воплощением своего любовного экстаза. And now... What is happening? Radha and Hyoshyam, they in solitary kunja on the flower bed
And they in union, it's very secret situation. Nobody can come inside. But they see, they, Shrimati Radhika, and they see Shrimati Radhika's maidservant, Tulsi Manjari, and they consider, they see her as the embodiment of her in Shrimati Radhika's love and ecstasy. Да, то есть здесь, знаете, какая, в чем особенность, да, о чем же просит, да, вот этот, эта грань Бхавы, Тулси, чтобы Радхика видела, знаете, вот свою любовь, проявление любви в Кинкаре. То есть она знает, знаешь, как она знает и доверяет ей, да, ей свое сердце, она знает, что она знает ее желание, сокровенное сердце любви. Да, и такую именно целую в данный момент она делает. Now Shrimati Radhika can see her Manjari as an embodiment or manifestation of her own love and ecstasy. Means no different from her in such a way that she can trust her any service which is needed, any intimate service for this moment. Because Shrimati Radhika can see what her Manjari knows her heart, knows her desires. Да, и наша Тулси продолжает. О, Пранай Шалини, Пранай Шалини, обитель чистейшей любви. Я знаю, Радхика, что да, в этой кундже, в это место, с этим возлюбленным твое сердце тает, да, рядом с Моханом оно тает от бесконечного сострадания. Пожалуйста, в этот момент исполни мои желания. O Pranaya Shalini, the abode of purest love, your heart melts of endless compassion. Please fulfill my desires. И сейчас, знаете, на берегу, как Тулуси наша слышит, она слышит голос, с вами не отвечает. Туласи, то, что ты просишь, очень трудно обрести. It is as if Swamini then reveals herself and tells Tulasi, Tulasi, what you desire is very difficult to attain. Да, и наша Туласи. Тулси смиренно, но настойчиво, она отвечает, с вами, если я не способна служить тебе, тогда можешь не давать мне его, не давать. Тулси replies, Хасвамини, if I am not qualified for your service, then leave it, don't give it. Но с вами. Ты можешь бросить меня в океан скорби, если тебе угодно, или в любое положение, или в радость, но тем не менее, я буду плакать, и предлагать этот горестный, изумительный, красивый, да, с любовью сплетенный, собранный букет горестных молитв я предложу твоим стопам. Пожалуйста, дай мне понять. Пока остановимся. You may keep me in this ocean of sorrow or in any other condition. Means suffering condition or happy condition. But I will just offer this bouquet of lamentations to your lotus feet, weeping and weeping. Да, я хотел бы здесь два слова, да, еще одна грань вот любви Бхавы, да, Тулуси как Кинкари, да, уже квалифицированный, зрелый, да, в чем же здесь, да, такой, да, сладость вот его любви. And I want add more.
So the what we are researching, the brilliance of peace, of your love, to Manjari's love. One more side of this brilliant of her mature love, obhava, of Kinkari. Да, и вот здесь, да, я от себя добавлю. Да, по милости, она следует Ананта Дас Бабаджи, Саду Махараджи, Машинанда. Да, тут по сути здесь говорится, я скажу по-русски. То есть, если даже у меня ничего не будет, ты скроешься от меня. Да. Но я буду по тебе плакать, говорит Туси, да. Без тебя выгони меня, если я недостойна. Но я с этих плача, я буду плести гирлянды. Из этих горестных молитв и буду предлагать твоим вешать, знаете, вот эти такие цветочные, да, на твои стопы. Все, что у меня есть, знаешь. То есть Манджари сказали, in this crying situation, what I will do? I will create the garlands, flower garlands from this bouquet of lamentations and will offer to your lotus feet. This is only what I have. И что, в чем, да, здесь последнее, что я добавлю, да, вот в эту грань, да, бхавы, любви, Рагунатхи, Туласи, как Кинкари. Все, вот это одна направленность, все предлагать. Если у меня одним мой плач, но сплеснуть, знаете, как красиво. Красиво предложить эти молитвы, вот что делает, да, Рагунатха наш, Вилаприку Саманджали. Представляете, он этот плач, да, это же под пламени, цветы Ананды, он превращает их в Ананду, цветы, да, и нанизывает их на ниточку, да, плетет с них гирляндочки маленькие, да, и предлагает стопам слами. Как изумительно, как красиво. Прости. Я вот с Анандой запутался. Переведи, дорогой. Я не смогу. Можно еще раз? О, ты все отвлекаешься. Ананта, не дергай его, он переводчик. Нет, я отвлекаюсь. Это Дути с нами, не дергай. Да, подождите, ну вкусите. Не отвлекайся, Радочаром, не отвлекайся. Это серьезные вещи. Все, что имеет, да, вот эта квалификация Рагунатхи, да, в чем это, вот эта необычность, сокровенность, что даже ничего не имея, да, имея только плач, только скорбь, боль, горящее сердце, лесной пожар, но Рагунатха вот в этой, да, в грани, он да, это же плач Парадхики, то есть эти цветы Ананды. Для него он делает, да, он их одухотворяет цветами Ананды и нанизывает, что имею, все отдаю сламени, даже молитвы. Он нанизывает, делает из них гирляндочки и вешает на стопы Радхики. Даже молитвы, вот, даже плач. Шрила Рагунандас Госвами, he is using his crying prayers, Шримати Радика, as the flowers, which is flowers of Ananda. Why? Because it's intense eagerness for Shri Radha, for service to Shri Radha. What is this? This is Ananda. He's using these flowers of Ananda and creating garlands. And now he's offering what he has, Shrimati Radhika, to her lotus feet. Да, ну вот вдумайтесь, да, кто вдуматься в это, какая красота, да. То есть не просто, знаете, не просто служить или плакать, я твоя, сижу и плачу, но вот с этих молитв лепите, дорогие вайшнавы, да, Рагунатха, наша Туласи призывает, Ананта Дас Бабаджи, то есть даже, ну, мы суемся, вы эти изумительные в кунжи, да, сделайте свои, да, гирлянды со своего плача, со своей боли. Да, со всего вот сделайте и повесьте на стопы Радхики. Вот это нам дает, да, пример Рагунатха, наша Туласи Деви. Шри Рагунандас Госвами, Туласи Манджари, she is shown the example for us
how we can serve Srimati Radhika's lotus feet by offering the flower what we have. We need ourselves create with flower garlands from our crying prayers and offer to the lotus feet. Because what we want, we want to come inside of the Kunjas, most of the sacred place. Да, и вот Туласи продолжает, да, она обращается, разговаривает с голосом с вами. Пожалуйста, Радхика, когда я предложу, да, вот эту букетики, да, гирляндочки на твои стопы, пожалуйста, дай мне понять, доставил этот букет тебе хотя бы капельку счастья и блаженства. And Tulas Manjari's continues. Please let me know. If this has given you even the slightest happiness of satisfaction, this my garlands of my crying lamentations. И Ананта Дас Бабаджи продолжает, да, комментирует. Вот так Туласи, наша Туласи, да, наша Гуру Деви служит с вами. Она с любовью нанизывает эти подобные цвета, изумительным цветам молитвы, и делает из них гирлянду. In this way, Tulsi served Swamini by lovingly stringing this flower-like lamentation into a garland. Рада Говинда, можно мне чуть-чуть? Да, да. Давай, дорогой. У меня был момент, когда так уже плакал, и я думал, Рада, если тебе мои страдания достойны наслаждения, пожалуйста, я буду плакать. А потом подумал, на самом деле, она не наслаждается нашим страданием. Она же олицетворяет любовь. Она наслаждается тем, насколько вот в этой разлуке мы становимся ближе к ней. Она ждет нас, она нуждается в нас. И когда преданный так плачет в разлуке, он приближается к ней. И вот этому она радуется. Да, замечательно. Переведи, дорогой. Да. I want to add a little bit about nature of happiness or satisfaction of Srimati Radhika when she sees how her maidservant in separation crying. Because she is a love personification, Srimati Radhika, which means she is not receiving happiness from the sufferings of others and from the suffering of her maid servants. It's not her nature. She is so much compassionate. But why Raghunathas Goswami or Tulsi Manjari is telling here what maybe at least some satisfaction you will receive from my garlands of lamentation and crying. Because then Srimati Radhika sees how her maid servant crying in separation, she can see how she become close to her. In this separation, she become more close, because all so much absorbed in Srimati Radhika, in her desires, in her moods. In separation, this concentration is become more stronger. And this is this the source or reason of satisfaction of Srimati Radhika, of her happiness. But her maidservants coming close to her. Because she need her and wait for her. Yes, да-да. И вот для нас, да, то есть вот все, что выше сказано, да, вот эти эмоции, чувства на Туласи, вот эти грани ее любви. И теперь Ананта Дас Бабаджи, да, изумительный, да, квалифицированный Рагануга Расиков, да, Вайшнав, он нам показывает, да, дает ответ, что же нам делать, как нам этого достичь. Вот сейчас будет ответ. And now our so much qualified Ananta Das Babaji shown to us how we can reach same situation, same stage, same result. And now we will read about this. И Ананта Дас Бабаджи говорит, что для практикующих, да, преданных, чувственных, да, тонких расиков, глазами ума
дорогие вайшнавы, глазами ума, хотя бы первая ступень, да, может быть, сердце, подключать сердце, но глазами ума преданные, которые идут путем Рагануга, должны видеть картины глубокой любви и преданности, которые рисуют сейчас Туласи, которая днем и ночью горит, просто сгорает от боли разлуки со вами. With their minds eyes, the practicing Rāgha-nuga devotees should see the pictures of deep devotion love, but were drowned in it by this maidservant. Да, и здесь сейчас от себя добавлю, да, чтобы понятно, чтобы ощутить это. То есть здесь прям по тексту, да, я ничего не добавляю, не изменяю. Нарисованы этой служанкой Туласи, то есть она, знаете, как вот в чем принцип Рагануга Бхакти для нас. Туласи, да, как Рагунатха, да, он дает нам картины, знаете, как раскраски, да, это картина. Но для нас, и вот эти раскраски, мы как кинкари, да, знаете, как детям дают, разукрась. Мы должны вот ты поймешь, и потом со своими словами, чтобы вот эту раскраску, картину, да, но наполнить нашими чувствами, нашей бхавы, да, прочувствовать ее, пережить, вжиться в это. Туласи Манджари, she is giving to us the pictures, which is helping in our practice. What kind of pictures? It's like, you know, for children, the parents giving special pictures, which is have lines, black lines, but no color. And these pictures for children, because they will put color by their own taste and desire and mood, they put a color. This is mean, Tulsi Manjari giving us these pictures by these words, and we, by absorbing in bhajan, we can put color of our own mood of our svarupa. Yes, да. Да, ну я надеюсь, ухватили, да, кто вот преданный. Понятно, да, Рада Чаран, да, вот эта эмоция? Мне понятно, да. Понятно. Как смог перевёрнуть, мне понятно. Да, то есть раскраски. Знаете, как, то есть многие преданные, знаете, как ломятся по неопытности, да? Вот нет, мы сейчас раскрашиваем вот эти раскраски, да? То есть то, что Рагунатха нам оставил, вот его картины, его молитвы, знаете, более детализировать, прочувствовать. Вот как Дамодаруска у нас, да, кубок вот этот, да, изумительный. Да, вот дорисовать, раскрасить своей бхавой. Опять же, это эмоции Радхики, да, сердце Рагунатхи мы должны понимать, да, что сейчас. Идти строго по стопам, по картинам, да, и в этом найти свою квалификацию. Даршины придут, но наполнить вот эти эмоции, знаете, раскрасить их с нашими личным опытом, личными бхавами, нашей любовью. I don't know how it's in English, special books for children where so many pictures but no color. In such a way, what the children can put their own color. This means we're seeing this type of practice for us by our Raghunandas Goswami Tulasi Manjari, but we can put these pictures of this service, this lilas, color of our own moods of our Svarupa. Да, я еще раз повторюсь, вернусь на предложение, чтобы, да, то есть мы же садыки, мы, да, идем по стопам. И вот еще раз, да, изумительное. Глазами ума, Ананта Дас Бабаджи говорит, дорогие вайшнавы, глазами ума, практикующие, да, чувственные, нежные, преданные расики, да, Рагануга, кто идет, должны видеть. Да, вот как то, что дает Гурудев нам, да, при посвящении, должны видеть картины глубокой преданности, любви, нарисованные этой кинкари Туласи,
которая днем и ночью страдала от боли разлуки со вами. Она-то проводит хелпи ми, he is selling this type of book for children called coloring books. Coloring pages, sorry. Coloring pages. And now, again, one more time again, we need to see by the mind's eyes these pictures which is given to us by Tulsi Manjari and put our own color of our bhavas. Да, Ананта Дас Бабаджи вновь продолжает давать советы для нас, для практикующих, кто идет, как же, как мы ощутим, как мы узнаем это, да, как, что мы, да, не надумали ли мы себе чего-либо. И вот, определить, знаете, как лакмусовой бумажки, вот какая эмоция является для нас. One example Radha Govinda is used, he told us, our Damodar Prabhu, he explained recently about one cup, I don't know how to say more nicely in English, special cup for drinking, and how Srimati Radhika drinking from this cup, but this cup have particular color, particular shape, in such a way that all process Srimati Radhika is remind her pieces, Krishna, who is her beloved, and how he explained this, he put his color of his bhava to this picture. This is what Anandas Babaji Maharaj is asking us to do as Raganuga devotees, practicing Raganuga devotees. Да, и вот совет для нас, как, знаете, кто сможет, кто сможет или как смочь, да, разрисовать вот эту, да, вот, вот эту картину, вот эту бхаву Рагунатхи, эти эмоции, говорит Ананта Дас Бабаджи, также, несомненно, пробудятся. Знаете, как вот эти фломастеры, они зарисуют сердце очень удачливого преданного, который помнит и практикует эту боль разлуки Рагунатхи Даса Госвами. And now, Ananda Babaji Maharaj is explaining who can do this. He is telling that aspiring Raganuga devotees, those emotions will arise also in the heart of this fortunate devotee who remembers these pangs of separation. Means these pangs of separation, who remembers, this is help him to put color of his bhava to his coloring pages. И Ананта Дас Бабаджи продолжает. Этот океан, представляете, то есть, да, чтобы рисовать, не так, что, знаете, мы забежим веселые и радостные. Нет. Да. Это Виллапа Кусуманджари. И океан страданий в разлуке, говорит Ананта Дас Бабаджи. Вот у Рагунатхи он такой бесконечно необъятный и глубокий, что обычные преданные не способны войти. Now, how we can enter towards his ocean of separation? It's not possible by doing like we came to enjoy by swimming. Then someone going to take rest on the bank of ocean. No, it's written here. This ocean of suffering in separation is so vast and so deep that that ordinary persons cannot possibly enter into it. И вот следующая грань – это благословление Ананта Дас Бабаджи, да, Рагунатхи, наших гуру-деви, наших махаджанов. Но любой, да, кто сможет вот в этот океан боли, разлуки, любви к вами, неоднонаправленности, любой, кто предается лотосным стопам нашей гуру-деви Туласи Манджари и видит хотя бы небольшую, да, ощущает небольшую волну этого беспокойного океана любви в разлуке глазами своего ума, да, своего сердца. Он может, благословляет Ананта Дас Бабаджи, такой человек может понять этот океан, что этот океан недоступен
обычным людям. Anyone who surrenders to our Tulsi Manjari, our Guru Devi, to a lotus feet, and has seen even one tiny wave of this turbulent ocean of love in separation with his mind's eyes, can understand what this cannot occur in ordinary people. Сейчас глаза. Рада Кришна пробудить. Извини, пожалуйста. Глазами ума, да, вот такой преданный, да, мы должны понимать, ну, вот знаете, как маяк, да, как Рагунатха, глазами ума практикующий преданный постепенно. Да, который вот дойдет до волны, хотя бы одну почувствует, он постепенно глазами, да, ума влюбленного с вами, постепенно он будет погружаться и погружаться в этот океан видений, Гаура-сундары, да, то есть Радхики и Мохана в Гамбхире, в Нилачала-пури, который был схвачен и с таким экстазом сгорал от любви разлуки с Радхикой. His mind eyes will slowly but surely perceive the pictures of Shri Gaura Sundara absorbed in Shri Radha's ecstasy of love and separation in Gambira cell at Nilachala-puri. Вот этот плач, да, плач разлуки будет хватать за сердце и звучать. Вот еще раз, смотрите, переход, помните, гирлянда, и вот опять из этого, да, что нам, да, как преображает, одухотворяет, жалобы разлуки будут, да, как бы зажимать на сердце, но мы должны, знаете, визуализировать их. Струны на вине, да, вот, которые вы поете песнь любви для нашей славы. The following heart-rending, pitiful tune of lamentation or separation will resound from the twinging vena of his heart. Да, Шри Гаура Сундара, да, вот как его сердце, да, Чайтани, Гауранги, куда же? Да, как Радхика, мы должны понимать, да, Манджари, мы же, ведь мы Манджари Бхаву развиваем, да, куда же мне идти? Куда я отправлюсь? Куда мне идти, чтобы найти моего возлюбленного Враджендра Нанду? And now, where shall I go? What shall I do to get Враджендра Нандана? Да, то есть вот эта строка, это Ананда Дас Бабаджи Радхика. Сердце и ее боль, представляете, нас вдохновляет она, да, Рагунатхи почувствовать боль, а вы представьте Радхикина, горящее сердце. We just read how is Tulsi Manjari is lamenting and crying in separation, but now Anandas Babaji Maharaj is giving out to us how Srimati Radhika is suffering separation, but we can understand the source of all separation. How she is crying, she is saying, where shall I go? What shall I do to get Враджендра Нандана? Где, да, Свамини взывает, причитает и плачет. Но это, знаете, как, это не просто плач, да, по себе, на винах струны сердца, да, на струнах вины сердца. Куда же я отправлюсь? Куда мне идти?
чтобы найти моего любимого Рожендра Манду? Где Господь моей жизни, что играет на флейте? Now she materialized his cry in separation, and her cry is like playing on the strings of wind of your heart. Where is the flute playing, Lord of my life? И Рафика, знаете, вот в глубине, в тайнах, в горящем своем сердце, представляете, она вопрошает, кому мне высказать эту боль? И кто сможет познать мое горе? She might Radhika is crying, she's telling, whom shall I tell? Who will know of my distress? Без Раджендра Нанды. Мое сердце разрывается на куски. Without Rajendra Nandana, my heart breaks. И она тогда с Бабаджи, да, вот по поводу, это последняя, да, молитва Рагунатхи. Да, в этой Вилапакутуманджали. И он подмечает, что обычно благословение, да, Пхала Шрути даруется в конце, да, каждой большой молитвы, но здесь нет нужды для такого благословения. And now our Ananda's Babaji Maharaj has noticed. Usually a benediction Pahala Shruti is granted at the end of prayer, but here there is no need for such benediction. Анандадас Бабаджи, знаете, как благословляет, да, и подводя, провозглашает, знаете, столб, молитва. В этой молитве Вилапакусуманджали это и есть само благословление Рагунатхи или нашей Туласи Деви. The prayer is its own benediction. This Vilapakusumanjali is a benediction. Голос Шри Рагунатхи прерывается, и он теряет сознание. Он падает. Представляете, может быть, он там лежал уже, лежит. Он падает без сознания. Шри Рагунатха's voice shocks as he speaks and he faints. And he faints. Затушат ли слезы, говорит она тогда с Бабаджи, слезы плача. Да. Этот пожар разлуки в сердце Рагунатхи. Затушат ли? Is this fire of separation extinguished by weeping? He's asking, is it possible? И тут, да, новое, то есть он тебе потерял сознание, да, то есть Рагунатха, представляете, он упал. И сейчас Рагунатха обретает новое служение Шримати Радхики в результате, да, вот своего служения Шри Радха Кунди. And now a new thing is coming. After he fell down in separation, unconsciousness, now is new coming. Да, и сейчас он видит. Рагунатха did attain the service of Шримати Радика as a result of service of Шри Радха Кунда. Теперь уже как Туласи, да, Кинкари, он видит, что на востоке он находится там же, на Радха Кунде, он увидел, что алеет восток, да, знаете, как солнце встает. А что за солнце? Встает солнце. Его желание встает над горизонтом. The reddish sunrise of
aspiration begins to glow on the eastern horizon of the sky of his fortune. He is now on the bank of Radhakund and he sees how sunrise is coming. Да, это, знаете, как, то есть он начинает видеть сияние от Радхики. Which means he started to see the shininess, which is coming, this light, which is coming from Shrimati Radhika, below. Да, и в сердце Туласи, ее удача, ее жажда, да, вот дождалась, удача рассеивает кромешную тьму ночи. Новолуние его любви в разлуке. And his fortune, removing the dense darkness of new moon night of his love in separation. Да, и вдруг, да, вот встает солнце, что солнце для Рагунатхи, да, его возлюбленная Рада Говинда, Рада Мадова, вдруг 10 направлений, да, он себя видит девочкой, знаете, как он там, и вдруг он видит, что, знаете, на все 10 направлений света украшаются радостью сладостного благоухания тел Шишрада Мадхава. Suddenly, all the 10 directions are gladdened by Shri Shri Radha Madhava's sweet bodily fragrance. Да, Туласи теперь, это второй аспект, он слышит запах, все наполнилось ими, да, они идут. First he saw a glow, shyness, and now, second, he can smell the aroma, which is coming from Radha Madhava. Да, и наша Туласи, да, теперь она видит, наша Туласи видит, что с вами. Да, она услышала ее молитвы, да, она приняла вот эти гирлянды, да, ее слез, ее, да, сплетенные, и она пришла вместе со своим возлюбленным Прана-Валабхой. Прана-Валабхой. Радха Мохана тут сидит. And now, then Shrimati Radhika accepted the prayers of the heart in form of this garland for her lotus feet, she accepted. And Swamini has come, taking her Prana-Valabha with her. Да, и наш Шрила Даса, но здесь пишется, что Шрила Даса Госвами, да, но я думаю, да, это Туласи, сейчас это Туласи, наша Туласи вдыхает благоухание их тел, и она созерцает эти сладостные золотую и синие формы, что осветили сейчас берег, весь берег Радхакунды во все 10 направления. Золотое сияние. Shrila Das Goswami smells fragrance. They sweet bodily fragrance, and behold, they sweet golden and bluish forms that illuminate the bank of Shri Radha Kunda. То есть пришла Рада со своим возлюбленным. This is mean Shri Radha came with her beloved. Божественная драгоценность. Божественная драгоценность удачи Рагунатхи, да, нашей Туласи. И Шишрада Мадхава, Шишрада Шьяма, Шишрада Мохана предстают перед ним. The divine jewels of Shri Raghunatha's fortune, Shri Shirada Shyam, Shri Shirada Madhava, or Shri Shirada Mohan, are standing before him. Да, и наша Туласи, да, первое, что она, да, она глянула в очи, в глаза, и она видит, как много потоков милости, да, в виде слез
истекает из их очаровательства. And what she sees, Tulsi Manjari, how many streams of merciful tears trickle from their beautiful eyes. Да, и Тулси слышит, она чувствует, как сладостны их голоса, бесконечно сладостны их голоса. And now she is hearing how sweet are their voices. И Тулси вдыхает их подобное меду. Да, подобно меду, сладостное, изумительное благоухание. By smelling the honey sweet fragrance, Shri Raghunath comes back to life. И Рада, Свамини, да, наша Рада, наша Свамини, она обращается к Тулси и говорит: Тулси, посмотри. Ты звала меня, вот я и пришла. And now our Radha, our Swamini says, Tulsi, look, I have come. Tulsi, посмотри, вот я и пришла. Tulsi, look, I have come. И сейчас желание сердца Тулси исполнено. And now Tulsi's heart desire have been fulfilled. С вами не стоит. Стоит прям, знаете, она стоит прям перед Тулси со своим прананадхой. И она милостиво просит. Протягивает руку Тулси и берет ее за руку, и притягивает к себе, и обнимает, и прижимает, и принимает ее своей кинкари. Swamini stands before her with her prananadha. Mercifully, she takes Tulsi by the hand and embraces her. They say, thus accepting her as her maid servant. Радхика милостиво, сейчас милостиво берет, протягивает свою руку и берет Тулси за руку, притягивает к себе, обнимает и принимает ее своей служанкой. Now Radha is by her hand, taking the hands of Tulsi and pulling her to her and embracing her and thus accepting her as her maid servant. Да, его лесной пожар, вселенский лесной пожар скорби, это, да, он потух. Он потух. Пришел конец его скорби. And now the forest fire lamentation is come to end, it extinguished. И сейчас наша Тулси, она обрела исполнение желаний своего сердца и своей любви. And now Tulsi Manjari has her desires fulfilled. Or Raghunath had his desires fulfilled. И сейчас его подобное лиане тело, да, нашей Тулси Гурудеви, лиана подобное тело, которое горело, да, еще секунду назад, секунду, горело в величайшем огне разлуки. Теперь оно, знаете, как потухшим водой этот пожар, вечно блаженный встречи его божественной пары Радха Мохана в обители Кунджи на Радхакунде. And now his wine-like body that was burning in the great fire of separation is now
showered by the stream of divine couples' eternal blissful meeting in the Kunja boat. Рада Говинда здесь в английском варианте написано его ляноподобное тело. Его ли? Да, тело. У меня тоже так же. То есть не ее. То есть речь идет не о Тулс Манджари, речь здесь идет о Садакадехе. Не, ну понятно, да. Ну что, как Рагунатха, да, он же ведь... Как Тулуси он любовно служит в Ананде, да, здесь Рагунатха. Но я так, знаешь, картину, вот, чтобы дорисовать, знаешь, раскрашиваю как это, на свой лад, простите. Рады. I ask Radha Govinda, I'm correct understanding, but now we are reading about his Sadakadeh. He is one like body. That was burning in the great forest of separation. This is not about his Manjari Swarup body. And he's telling yes. И говорит, Ананда Дас Бабаджи продолжает, да, завершает. Гаура Лила, да, в которой жил, да, Гаура Чандра и Рагунатха, да, они же все в одном месте, в Нилачале. Рагунатха, Гаура Лила, так же вечна. Как Вриндавана Лила, и Шри Рагунатха Даса Госвами, вечный спутник Маха Прабу. Гаура Лила is also eternal, and Шри Рагунатха Даса is Маха Прабу's eternal associate. Однажды мы спросили у Мадхагапал Дас Бабаджи Махараджа, что некоторые преданные, они стремятся получить сварупу в Гауралиле, не только в Рада Кришна, он сказал, нет, Гауралила идет прямо сейчас, то, что с нами происходит, часть Гауралилы. Mm-hmm. В Гауралиле мы имеем садакадеху, то есть тело садаки. Да. То есть, гляди, что здесь написано в связи с этим. Гауралила вечно. Да, я вот тут... Точно. Я, знаешь, как хотел, тут есть такие, просто по изучению, по неопытности, да, преданные, порой кажется, да, вначале, что либо туда надо, либо сюда, либо туда. Это параллельно и вечно. То есть они всегда происходят. Я переведу. Да. Radha Govinda, what's written here, Gaura Lila is also eternal. And Shri Raghunath Das is Mahaprabhu's eternal associates. And it's remind me how it came to Madhnagapal Das Babaji, and he told, but some devotees, they're trying to get Swarupa in Chaitanya Lila also, not only in Radha Krishna Lila. But he told, no, Gaura Lila is going on right now. What is happening with us, our sadhana, is part of Gaura Lila. Рады. Да, вот, то есть, знаешь, как здесь нечего выдумывать. Это Рагунатха. Ой, это Ананта Дас Бабаджи, да. Опять же, это его учители. То есть это идет цепь-то от Рупы и от Туласи, от Рагунатхи. Гаура Лила так же вечна. И Шри Рагунатха там. Вечный спутник Махапрабху и удачливые души. Вот помните, как вначале был, да, те, кто достучатся, кто дополучит эту раскраску от Туласи, кто ее примет, могут по сей день слышать плач Шри Рагунатхи в роли в садаке на берегу Радхакунды, даже сейчас. Сегодня, вчера и завтра это будет всегда. No need. For mental concoction, we have our guru parampara, our guru gurus, and what we are seeing from them. But Gaura Lila is also eternal, and Shri Raghunatha Das is Mahaprabhu's eternal servant, as it says. And fortunate souls who receive these colorful pages from Raghunatha Goswami and put the colors of their babas inside. Can hear Shri Raghunath Das weeping even now in form of practicing devotee. Сегодня можно услышать какого-нибудь плачущего преданного,
на берегу города Кунды. Как наш Гурдев сказал, что значит находиться на берегу города Кунды, принять прибежище города Кунды, означает принять прибежище в настроении Шримати Радхики. У ее разлуки наши преданные, я вспоминаю, как Шачинанда на Прабу поет для Рада Мохана, Шикшаш, такой он плачет в этот момент. Вот. И это вот этот плач, о котором здесь говорится, что по сей день можно услышать плач Рагунатас Гасады, такой плач. Есть садаки, которые так погружены в разлуку, что они плачут на берегу Радаку сейчас. То есть, с одной стороны, это плач Рагунатхи Дас Гасай можно слышать, с другой стороны, этот плач он проявляется в сердцах вайшнав, который совершается одно сейчас. И его плач проявляется в них. I want to add a little bit about this crying of Shri Raghunandas Goswami, which is possible to hear right now. But I thought what it's possible to hear this crying through the devotees who is doing sadhana now on the bank of Radha Kunda. And what does mean bank of Radha Kunda? Shri Gurudev explained that devotee who is constantly concentrated on Srimati Radhika's feelings, on her separation, he is living at the bank of Radha Kunda. And devotees who is received this heritage from Raghunandas Goswami, they cry was caused by his cry. In this way, we can say what we can hear. Devotee can hear the cry of Raghunandas Goswami and can hear the cry of Raghunandas Goswami in form of crying of sadhakas, which today is doing sadhana. Да, я подпишусь прям по твоим словам. Рада Чаран, изумительно, да. Это вот настроение нашей парампары. Настроение парампары нашей Гурудеви. И такой плач, он очень-очень сладостен. То есть, когда такой преданный плачет, непонятно, плачет ли он или поет. И он очень сладостный. Почему? Потому что внутренний он очень близок к Шримати Радхике, к источнику своей сладости. Если кто-то услышит такой плач, его сердце немедленно привлечется. Невозможно. Он тут же потянется к такому вайшнаву. And then, if someone can hear such crying, which is so sweet because of closeness with Shrimati Radhika in the heart, such cries so attractive to the heart of devotee, well, they immediately will get desire. The heart by itself run towards this devotee who is crying at the bank of Radhika. Да, дорогие вайшнавы, ты абсолютно правильно сказал, что это и проявляется в преданных, в плачущих, да, в нас, в каждом из нас, кто там был и плакал, да. Но также здесь вот, помните, дал обет, да, в предыдущих стихи, я не помню, вот последние стихи Рагунатхи, да, он же дал обет, я буду вечно здесь, вечно, то есть неважно, да, его там Сваруп улетело, но вот как садака, он здесь же, знаешь, как дух, как привидение, но он там. Да, в непроявленной форме, но вечно, вечно, даже вот на этой планете, на этой, да, на этой Радхакунде. Yes, Radhacharan, I agree with you. And what Raghunatha Das Goswami is telling, he gave a vow, sankalpa, I will be eternally here on the bank of Radhakunda. What is even he in his Swarupa, his servant. Radha Madhava in Vrindavan, but in his sadhaka form, he is still crying on the bank of Radha Kunda because this is his form vow. Да, удачливые души, Ананта Дас Бабаджи говорит, что удачливые души могут по сей день слышать плач Рагунатхи, да, как преданного. Он вечно, вечно наслаждается сладостью разлуки со Свамини. Да. И вот на этой, вот, которую мы все знаем, откуда приехал Радхачаран сейчас, да, на этой Радхакунде он горестно взывает, он зовет ее вновь и вновь. Ведь ночью все замирает и становится очень тихо. И только жалобные молитвы разлуки Рагунатхи
что побеждает сладостью, беспокойный крик птицы орлика можно слышать и по сей день. Можно слышать на берегу этого священного, сладостного озера Радхакунды. И по сей день, говорит она. Fortunate souls can hear Sri Raghunath Das weeping even now in form of practicing devotees. Here he eternally relishes the sweetness of separation from Swamini, lamenting and lamenting. At night, when all is silent, Srila Raghunatha Das Goswami's pitiful lamentation of separation that defeat the anxious lamentations of the osprey in sweetness can still be heard on the bank of Sri Radha Kunda. Yananta Das Babaji, да, объясняет, то есть в каком вот сердце, да, сердце, чувство Рагунатхи сейчас, Ширасика Чандра, Дас Бабаджи, поет, молится и плачет, поет, молится и плачет. О Ширадхика, о обитель любви, о всемилостивая, днем и ночью я горю в огне страданий. Когда же ты даруешь мне служение, которое питает, питает чистая любовь и вечно свежая жажда служения? И когда же ты назовешь меня своей даси? Назовешь? Шри Расика Чандра Дас Джи sings, O Radha, a Eve, a boat of love, O merciful one, day and night I'm burning in the fire of misery. When will you give me your service, which is nourished by pure love and eternally fresh eagerness, calling me your Dasi? Да, я сложила, продолжает, да, наша Тулси, я сплела гирляндочки желаний своего сердца и предлагаю, одеваю их на твои стопки. Скажи мне, когда ты будешь хоть разочек, хоть капельку, тебе понравилось? Тогда моя жизнь будет успешна. I make a bouquet of my heart's uttering and offer them at your lotus feet. If you are even once slightly satisfied with them, then my life will be successful. Так заканчивается, да, Ананта Дас Бабаджи, так заканчивается Шивилапа Кусуманджали, Шри Рагунатха Дас Госвами, которая переведена, ну, это в 11 году на русский, на английский. Thus ends Шри Рагунатха Дас Госвами, Шри Шри Вилапа Кусуманджали. Да, и вот совет, да, от меня две копеечки напоследок, да, что, дорогие вайшнавы, я сам это, да, по милости Гурудева, наших Саду Махараджа, да, Шилы Прабхупады, Нараяны, Гавардхана Бабы, Ниранджана с вами, да, по их милости, сплести, да, мы должны, как вот как Рагунатха, да, свои молитвы, свою боль, но знаете, как красиво, красиво это поднести, а что красивее? Да. Опять же, если мы наше смирение, мы устоп с вами, да, мы жаждем хотя бы их. И вот сплести с этих молитв, да, вот эту, каждый свою вилапаку суманджу, сплести и одеть на стопки, знаете, вот эти, да, гирлянточки маленькие. Плетите, дорогие ваши. Рабе Говинда is telling, maybe you can consider this my small advice to repeat what Raghunath Das Goswami is did in your own practice, devotional practice. Create these garlands from your crying lamentations towards Swamini and meditating to be close to her lotus feet, humbly at her lotus feet, offer these fragrant garlands to her lotus feet.
Рады, рады, дорогие вайшнавы. Мы закончили. Рады, рады, дорогие вайшнавы. Может быть, кого-то дополнение. Рада вчера. Ну, тебя. Вот Ананда Маюшка выключила, включила микрофон. Спасибо большое. Вот особенно в конце, чтобы прочитали, прям погрузилась. Спасибо. Maybe someone wants to add something. Говинда Махини. Наша секретная Дути, Саки, подруженька, Манджари. Да, скажите два слова, Говинда Махини, как вам сегодняшнее вот чувство Бхавы, Рагунатхи, Ананта Дасбабаджи? Может быть, Анантошка, Говинда Дасбабаджи. Спасибо рады, большое рады. Вам за стих, да, за класс. Ну, для меня это, как вы говорили, да, это маяк, это идеал чувств. И я бы очень хотела, и это мой путь, да, начать плести эти гирлянды, состоящие из жгучих, да, желаний служения, молитв, да, у каждого своя это будет гирлянда, свой букет. Вот, я на пути только составления этого букета, поэтому слушая о чувствах, Даса Госвами, Шиладаса Госвами, в сердце возникает вдохновение и жажда потихонечку, да, помаленечку, с каждым днем, возможно, с каждым погружением даже, не с каждым днем, а с каждым погружением в настроение, совершенного такого настроения, да, вот, того, кто уже обрел совершенство, да, в своей ситхи сварупе. Вот, поэтому спасибо вам за погружение, рады-рады. Спасибо тебе, Гавиндашка, Махини. Да, изумительно. Но меня еще, знаете, потрясает, ну вот что, то есть как изумительно все задействуется, да, что даже вот что имею, плач имею, гирлянду, да, мы же можем, в умах мы можем цветами предложить ее, да, красивую гирлянду, на стопки, да, вот эти. Но тут букетик написано, да, но есть две версии, да, если букет как бы так, вот, типа свадебный. Но если на стопах, как букет можно к стопе прилепить, да, одеть? Гирляндочки. Опять же, это да, это видение Ананта Дасбабаджи совпадает. Он там в комментарии был. Да, спасибо, Говинда Махини. Мне было сладостно, радостно. Жалко, что Гурудев. Есть, у меня тут 2-3 вопроса, вопросики стоят прям Гурудеву, к сожалению. What is amazing for me is what how we can serve Shrimati Radhika right now. What we have only our crying lamentations, and they can create from this crying lamentation with garlands for your lotus feet. We can found here two versions. One is a bouquet of lamentation. Other is, according to Ananda Babaji Maharaja, is a garlands of made created from these lamentations.